поле выведена вода, и вот отдельные зелененькие квадратики это поливают. А где не поливают из этого, из кранов, которые выведены по всей пустыне, там вот такое желтое. То есть растут одни кипарисы без этого, без полива. Вот. А все остальное не растет. Саксаул еще растет. Кирпичи везет туда. Пустыня. В пустыне где-то на километр находятся заводы, сплошные заводы крупные. И везде, во всей пустыне, линии электропередач, как паутина во все стороны. То есть подводят дороги и линии электропередач. В любом месте можно воду подвести, поставить. То есть освоена вся территория полностью. Брошенного нет. Хотя на первый взгляд пустыня.